Сколько будет иксовать, если ты будешь играть 12 человек? Сколько будет это добавляться икс, если ты будешь играть 12 человек, типа? И если они все будут в друзьях? Да. Смотри. Вот. Блин, я вот не помню, вот. Вот, допустим, добавляется 1.1. Вот, допустим. За каждого друга. И умножаем вот этот 0.1. Ну, тут вот прибавление. На 12. Получается 1.2. И, короче, получается 2.2x. Типа, два раза еще и с добавкой. И смотри еще. Вот есть вот этот вот баф x5 монет. И вот это вот баф друзей и баф x5 монет, они стакуются. То есть в теории у тебя может быть 11, короче. Прям 11x. Вот в теории. Конечно, это сложно проверить, потому что ну, где ты найдешь 12 дебилов, которые пойдут дуться. Почему один? Ну, редко не идет, редко найдет. Ну, 11, потому что ты 12. Короче, понятно. А почему 7 тогда, кстати? Ой, ну нет, 7 остается, типа 7 и 2. Типа куда 7-1. Короче, я погадал ей. Меня вообще залагало. Нормально. Ай. Глазики. А еще не понимаю, почему тут люди, короче, не слышат то, что у меня глаза даже. А это потому что. А, типа, когда ты бьешься о них. Ну нет, вот. Как и так слышно, типа, когда они появляются. А они создают звук. Они создают звук, когда они появляются и когда кто-то об них ударяется. Это два отдельных звука. Вот по звукам прям это. Вот, по-моему, даже ты когда в лобби заходишь, что там даже прям так написано, что играй с наушниками, потому что у тебя есть звуковые подсказки. А я без наушников. Хорош. Ну, если бы я с наушниками был, опять же, эта проблема пропадет. Но я думаю, ты с наушниками. Кстати, возможно, из-за того, что ты это. Из-за того, что ты не с наушниками, а с динамикой, то поэтому у тебя там шум из игры идет в микрофон. Ну, это, скорее всего, да. Да. Я был опять же с наушниками, потом не меня. Поэтому я вырубаю, когда типа эндельши, с эндельшами все равно дискорды, я вырубаю это. Микрофон. А, ты микрофон вырубаешь? А? Стой тут. Ага. Ты микрофон вырубаешь? Микрофон, когда я с эндельшами сижу. Сейчас я не буду. А, потому что ты по-английски не можешь говорить адекватно. Потому что им мешать будет. Они меня не знают. А. Я пропустил, ну из-за того, что тут темно просто. Вон. Ну что? Да почему постоянно сжигалки попадаются, ё-моё? Ч
что ж такое? Ага, крест. Чё бы и нет. Крест? Да, я просто говорю. Чисто без предметов играем только оба и крестики. Нолики, и Миланы в домике. Фейки? Или нот фейки? Факи. Чего если я в шкафу буду залезу, когда будет? Когда что? Когда 50-я комната будет. Ну, будет как и на соты примерно. Я в другом проверяли. Но это нужно, чтобы на 49-й был шкаф. Это обязаловка. А на 49-й никогда нет шкафа. Ну, это прям повезти должно вообще. Это прям... везение уровня бог. Блин, я чуть одну книгу не скипнул. И сверху точно. Так, одну видим. Вторая фигура. Какой код? А, я слышал, она тут. 17094. Мы прошли наконец-то. Ура, победа. Кому нужен магазин? Yes, yes. Ну типа кого на этом все обваливается. Все, надо волноваться. Жесть. Нет, я не подойду. Нафиг нам. Я не знаю, фейк или не фейк. Не фейк. Да, я правильно пошел. Хорошие глаза. Зашибись. Короче, иди там, где выход. Я нашел. Хорош, брат, хорош. А, я забыл, что там глаза. Дальше, дальше. Угу. Опять свечка. Сигма великий. Я американский психопат. Хорош. Сигма великий. Я сильно и сильно. Хорош, да. Да, ее. А где? Тут где-то. Пофиг, то что 8 минут. Мне вообще пофиг, надо комплитить просто хотя бы на 16-30. Главное пройти. Это кому это надо? Нашел. Угу. Камунку. Это было? Да. Ящики, там ящики, в ящике. Да. Да. Мой персонаж вместо того, чтобы взять ключ, он предпочитает верхние полки дергать. Чёрка. Я не буду рисковать. Мы все равно на минуту раньше, чем они пойдем, что странно. Как они могли так пройти на 16.36, что в 10.57 они были только на сике? Ой, крест. Крест? Первый крустфикс. Ну ты его не взял. Ну ты его не взял? Вообще не был. А, его. Вот. Ну его вообще не было. Ну ты его не взял, но его вообще не было. Ой, пустая комната с ником, чего вот. Жесть. А. Это лучше почти. Ладно. На одну минуту и два. Чё? Предыдущая дверь закрыта, но через нее ходить можно. Это у тебя было. Нет, визуал.
Люстры поломали, кто чинить будет? Real or fake? How up? А, сейчас how. Кто получает по жопе? Понимаю! Джек! Что? Кто? 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 Джека выбили в хальте! А кто убьется? Я получу урон. Ладно. Офигеть. Джек в коридоре хальта. Прям так светло стало. Что-то как-то зеленовато. Офигеть. Я эту запись, даже если сейчас мы провалимся, я ее не буду удалять, потому что это шанс один на миллион. У меня на фигуре уже два, что ли, раза было. Джек? Да. Что? Чё? А, он тэпнулся. Что мы творим? А, не хочу. В темной комнате меня дюк ударил. Что это за экстрим момент один на миллион? Вот реально, ты тоже эту запись загрузи на YouTube.